Множественные ножевые ранения Юбиной Марии Николаевне и также ее дочери Валерии 2001 года рождения, которая от полученных повреждений сначала это на отнести потерпевшего, нет? Избавить в отношении подозреваемого. Меру пресечения в виде заключения под стражу. Постановление может быть обжаловано в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд в течение 3 суток со дня его вынесения. Полный текст вам будет зачитан.